Рада приветствовать вас на нашей очередной встрече в салоне Элегии. Сегодня у нас замечательная тема – волшебный свет русского романса. Я это хотела провести давно с одной моей очень хорошей, довольно давней, я бы не сказала знакомой, не сказала бы подругой, поскольку она мне в дочери годится, с великолепной певицей и Ингой Кондратенко. И вот, наконец, сегодня эта встреча состоится. Увидите и услышите. Ну, конечно же, мы будем начинать с классического романса. Я вам расскажу немного, как романс зарождался, как он пришел к нам, в Россию. А потом мы с вами пройдем от классики, 30-е годы, советское время, дойдем до советской песни, потому что, в общем-то, любая песня о любви – это, конечно же, романс. Когда погаснут все огни и стихнут голоса в многоглагольном граде, я слышу в тишине опять они, как чем в волнах душа в отраде, о чем поют, не знаю сам, но с песней той я к небесам. Русский романс, он полон очарования, светлой грусти. В нем раскрываются вечные темы любви, воплощаются раздумья человека о жизни, повествуются о самых разных душевных переживаниях. Встреча с ним всегда приятна и желанна. Романс, за что мы его любим? Наверное, за то, что в нем господствует любовь. Она царица романса, она возвышает наши души. Родиной романса является Испания, где светские песни, в отличие от церковных песнопений, по латыни пели на испанском, то есть романском языке. Позже романсом стали называть всякую сольную песню любовного содержания, исполняемую в сопровождении музыкального инструмента, и чаще всего это была гитара. А сколько же лет знает романс Россия? Вряд ли мы сможем ответить на этот вопрос точно, но в XVIII веке слово «романс» появляется и у нас. А самое интересное, что первые русские романсы писались на французском языке. Надежда. Вот так вот. Ну, раньше же, сами знаете, дворяне в основном по-французски говорили. Одним из первых профессиональному жанру романсу посвятил свой талант профессор русской словесности Московского университета Алексей Федорович Мерзляков. А музыку к романсам Мерзлякова сочинял Даниил Никитич Кашин, композитор, преподаватель музыки Московского благородного пансиона. Романсы с успехом исполняла знаменитая оперная певица Елизавета Сундунова и цыганка Стеша, то есть Степанида Солдатова, первая солистка хора крепостных графа Орлова, а также Анастасия Вяльцева, которую называли «чайкой русской эстрады». Ее концерты всегда вызывали шумный успех. Варвара Панина с сильным низким контральто и особой манерой пения. Она была цыганкой, с 14 лет пела в цыганском хоре в ресторане «Стрельня», а потом в ресторане «Яр». Творцами русского романса первой половины XIX века и дальше были Варламов, Алябьев, Гурилев, Булахов, Глинка, Доргомышский, Римский-Корсаков, Рубинштейн, Чайковский, Балакирев и многие-многие другие композиторы. И начинаем мы, конечно, с классического русского романса. Николай Андреевич Римский-Корсаков происходил из старинного дворянского рода. Его отец Андрей Петрович тоже композитор. Николай начал заниматься музыкой в 6 лет, но занятия его не увлекали.
А в 12 лет отец определил его в морской кадетский корпус. И через 2 года он начал учиться музыке у известного пианиста Федора Андреевича Канилья. Под его руководством были сделаны первые опыты сочинительства. Семья была обеспокоена. Юноша теряет интерес к морскому делу. А тут еще встреча с композитором Балакиревым. И молодой Римский-Корсаков стал участником Балакиревского кружка «Могучая кучка». Там он познакомился с певицей Надеждой Пургольд, которая становится его женой. В 1873 году появляется первая опера Римского-Корсакова «Псковитянка». Приходит вдохновение. Один за другим появляются его шедевры «Снегурочка», «Садко», «Царская невеста». Всего 15 опер. Композитору было уже за 50, но в душе цвела весна, полное вдохновение. Так рождаются его романсы. Певучие, полные очарования и светлой грусти. Послушайте один из 79 на стихи Майкова, посвященный композитору Анатолию Лядову. «О чем в тиши ночей?» Поет Инга Кондратенко, аккомпанирует Татьяна Якупович. Пожалуйста. Родные лица, знакомые лица. Я благодарю Галину Михайловну отдельно за то, что она предоставила мне сегодня такую возможность сказать слова любви музыке, к искусству. Я счастлива сегодня быть здесь с вами и петь то, что моя душа пожелает. И Татьяна, конечно, которая много-много лет со мной уже за роялем. Известного романса «Гори, гори, моя звезда». О его жизни мало что известно. Родился в семье музыкантов, отец и брат были оперные певцы. Музыкальное образование получил дома. Значительную часть жизни страдал от мучительной болезни, был парализован. А в 1870 году пожар уничтожил его квартиру. И последние годы он жил на даче в Кусково, в имении графа Шереметьева, большого поклонника его творчества.
Сейчас вы услышите романс Булахова на слова неизвестного автора, выдержанный где-то в стиле вальса. И нет в мире очей. Пожалуйста, Инга Татьяна.